МЧС предостерегает предпринимателей от действий мошенников, которые от имени надзорных ведомств якобы проводят проверки и за некоторую сумму денег обещают закрыть глаза на выявленные нарушения. По словам представителей МЧС, в группе риска находятся бизнесмены, которых затронули ограничительные меры, введенные на фоне пандемии. Ложные сообщения о проверке с участием Госпожнадзора и других служб поступают по телефону, в соцсетях и при личном посещении предприятий. Представляясь сотрудниками ведомства, мошенники предлагают в обмен за вознаграждение решить вопросы с обнаруженными проблемами. Возможны такие варианты, когда мошенники пытаются продать то или иное противопожарное оборудование, например, автоматическую пожарную сигнализацию, при этом просят перевести денежные средства на телефон. В очередной раз информируем, что сотрудники МЧС России не занимаются коммерческой деятельностью и продажи какого-либо противопожарного оборудования не производят. В ведомстве подчеркивают, что лучший способ избежать действий злоумышленников – посетить официальные сайты МЧС и его территориальных подразделений, где размещены сведения о должностных лицах и их контактные данные. По телефону доверия можно проверить информацию об участии определенного сотрудника в надзорных мероприятиях в отношениях конкретного объекта. Эта информация находится в открытом доступе.